Если кто-то запланировал в выходные поездку на Орхон, самое время пересмотреть планы. В пятницу остров засыпало снегом. Очевидцы и авторы многочисленных видео утверждали, что видимость составляла буквально несколько метров. Впрочем, и остальная территория Прибайкалья не может похвастаться весенней погодой. В субботу синоптики обещают снег и дожди. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Столбик термометра на севере региона опустится аж до минус 30 градусов.